Итак, друзья, всем привет! Сегодня хочу вам показать свои 10-батовые монеты именно Таиланда. Вот. Буду показывать с обоих сторон орел и решку. Ну, в общем, где-то будут одинаковые монетки именно на решке, а орлы будут, можно сказать, все разные. Вот, это первая монетка, не знаю, как она называется. Пауза. Вот она, монеточка пошла. Монетка номер один. Монетка номер два, друзья. Короче, это одни из моих любимых монет в моей коллекции. Именно монеты Таиланда. 10-батовые монетки. Третья монеточка. Не понимаю, какой стороной она должна быть. Четвертая монета, друзья. Короче, в Таиланде очень много интересных монет. Это была пятая. Шестая монетка. Это ихний король, не помню, как зовут. Друзья, если меня память не подводит, у них на 543 года больше, чем сейчас у нас. Вот. Или на 546. Не помню точно. Если кто-то хочет сделать моему каналу приятное, присылайте свои монеты. Буду очень рад вашим монетам. А это седьмая. Тут, друзья, изображен слон, который идет от башни от какой-то. Знаменитой ихней таиландской. Еще раз повторюсь, таиландские монеты одни из моих лучших монет в коллекции. Здесь вот какая-то колесница изображена. И человек сидит в колеснице. Таиландцы умеют удивить своими изображениями. В Таиланде каждая монета оригинальна по-своему. Но это вот получается юбилейные монеты. В дальнейшем я вам покажу обычные ходовые 10-батовые монеты по годовке. Два этих типа уже в другую сторону смотрят. Эти монеты интересно рассматривать, друзья, под лупой. Очень много интересного можно заметить. Кстати, друзья, кто не знает, вот эти вот 10-батовые монеты размером с 2 евро и наши 10-рублевые биметаллические монеты. Чтобы вы имели представление. Итак, друзья, ровно половина монет я вам показал. Монета номер 17. Кстати, вот эта вот принцесса у них изображена. Очень хочу начать собирать 2-евровые биметаллические монетки. Двадцатая монета. Кому нравится обзор, ставьте лайки.
Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и присылайте свои монеты. Хочу переснять всю свою коллекцию монет, друзья. Не именно Таиланда, а именно вообще всех монет, которые есть. Кстати, вот у них изображены какие-то животные, птицы. То ли мифические, то ли настоящие ихные. Так и хочется сказать какой-нибудь Абдурахман Рамзес. С правой стороны написано 10 бат. С левой стороны тоже написано 10 бат. Цифры я знаю их от 1, ну, в смысле от 0 до 9. Специально заучивал их алфавит цифровой. В общей сложности, друзья, у меня больше 100 монет Таиланда. Ну вот, друзья, пошли обычные ходовые 10-батовые монеты, именно не юбилейные. Они сейчас все будут вот с таким вот замком, только погодовка будет разная, совершенно разная. Вот, вот здесь вот она изображена. Вот, вот года. Вот именно вот здесь вот, где пальцем показываю, это год. Заметьте справа, друзья, цифры вот эти вот, которые я пальцем показывал, они сейчас разные. А здесь более выделены облака возле башни. Монетки просто суперски прочеканены, друзья. Погодные условия даже передаются. В реальности эти, друзья, монетки очень приятно держать и совершенно другие взгляды на них. Видите, а здесь нету облаков таких, как там были. Да и, по-моему, правители меняются. Да. Завершаю уже, осталось две монетки. Друзья мои, всем огромное спасибо за просмотры. Всем благодарен. Всем огромной удачи, здоровья. Ставьте, пожалуйста, друзья, лайкосик, поделитесь видосом. Всем пока, не будьте жадными, присылайте мне свои монеты, и я покажу их в видео. Все, всем пока.